На международной оборонной выставке «Юросатори 2018» германская компания «Краус Мэффи Вебман» представила прототип-концепт оригинальной амфибийной гусеничной бронированной плавающей машины Amphibious Protected Vehicle Tracked APVT. Особенностью конструкции данной машины является передвижение по воде кормой вперед, что позволило придать корме выгодные обводы с точки зрения гидродинамики и мореходности при сохранении нормальной с точки зрения обзорности и защищенности носовой части машины. В кормовой части находится и откидная рампа для высадки десанта. Прототип-концепт APVT успешно прошел программу заводских испытаний, в том числе с плаваниями по Дунаю. Сообщается, что машина полностью разработана за счет средств KMW и предназначена главным образом на экспорт для сил морской пехоты. В первую очередь, главными потенциальными заказчиками считаются страны Юго-Восточной Азии. В представленных материалах KMW сообщает, что боевой вес машины APVT до 30 тонн, по другим данным. 31 тонна, масса полезной нагрузки до 5 тонн. Неофициальные источники сообщают, что шасси заимствовано от старой БМП «Морда». Вместимость машины 10 человек, включая двух членов экипажа. Длина машины наибольшая 9 метров 46 сантиметров, ширина 3 метра, высота покрыши 2,7 метра. Машина оснащена дизельным двигателем мощностью 816 лошадиных сил, имеется также вспомогательная силовая установка. Установлена система кондиционирования и защиты от оружия массового поражения. Скорость хода по шоссе до 70 км в час, на плаву до 13,2 км в час. Запас хода по шоссе до 550 км, на воде до 54 км. Для движения на плаву используются два водомета. Заявлен высокий уровень баллистической и противоминной защиты. В частности, десантное отделение выполнено в виде защищенной бронекапсулы. Вооружение включает дистанционно управляемый боевой модуль KMW-RKS-200+ с 20-мм автоматической пушкой, возможно установки башни с более значительным вооружением.